Сколько же в России оригинальных, забавных или просто несуразных памятников? Путешествуя по городам своей страны, не забудьте взглянуть на них. Хорошее настроение гарантировано. Например, памятник в Якутске советуют «не пили сук, на котором сидишь». При этом герой изваяния уже хорошо обработал дерево стамеской. Что ж, окончания титанической борьбы любопытства и разума мы не увидим. А вот сам памятник – пожалуйста. Возле Новодевичьего монастыря можно надолго замереть у памятника «Дайте дорогу утятам». Крохи совсем как живые, смотрят по сторонам, крякают, пытаются поспеть за мамкой. Но их маленький размер играет злую шутку. Ценители монументального искусства так и норовят унести утят в личные коллекции. Еще один страдалец – памятник цирку «Дружба» в Москве. С момента установки памятника в 2004 году любители цветного металла уносили сырок уже трижды. Так что даже увековеченным в бронзе вороньей лисице не видать сыра, как своих ушей. Кстати, об ушах. Если своих ушей не хватает, то можно взять в аренду соленые. Примерить их можно прямо в центре Перми. Говорят, что памятник «Пермяк соленые уши» призван увековечить соляной промысел Урала. Насколько это правда, неизвестно, а вот себя с ушами увековечить может любой желающий. Однако любят в России запечатлять в произведениях монументального искусства различные части тела. Дальше всех в этом деле пошли жители Екатеринбурга. Они воплотили в жизнь памятник следам от ног. Вернее, свояли памятник невидимке. А еще Екатеринбург первым ответил на вызов всеобщей компьютеризации, увековечив в камне клавиатуру. Поэтому теперь у жителей Екатеринбурга старое русское имя «Клава» обозначает 86 клавиш весом от 80 кг до полутонны. Не менее монументальны краснодарские влюбленные собачки. Их, судя по всему, просто распирает от счастья. Похоже, что скульптор специализировался на отливке колоколов, а памятник взял подработкой на выходные. Жители Томска видят счастье немного иначе, в виде развалившегося волка. Помните его коронную фразу? А ведь правда, счастье заключается не в деньгах и славе, а в простых человеческих радостях, сытости и тепле. Не можем обойти стороной и памятник Чижику-Пыжику в северной столице. Именно с него началась повальная мода на необычные скульптурные композиции. Так что можно сказать, Чижик – первопроходец. Он был установлен в 1994 году на Фонтанке. Естественно, эта небольшая бронзовая птичка сразу обросла поверьями. Если загадать желание и попасть монеткой в Чижика, то желание непременно сбудется. А еще есть в России памятники, которые понятны каждому русскому человеку. Яркий образец – памятник соленому огурцу. Эта всенародно любимая закуска воплотилась в бронзе в Луховицах.